Всем привет, ребята, вы на канале Делька и Приколы. Сегодня я буду для вас снимать видео, пробую разные конфеты. У меня они разные бывают, с разными вкусами. Я взяла сначала с одними вкусами, а потом я вам покажу отдельное видео с другими вкусами. Это будет уже вторая часть. Но это первая часть у меня. Так, первая конфета у нас. Собачка такая прикольненькая. Вот. Прикольная. Давайте прочитаем ее название. Зверь. Давайте я про себя прочитаю. Звегеша. Ну, почитайте сами. Я плохо. Плохо читаю. Прочитайте сами. Давайте ее пробовать. Я еще такую не пробовала никогда. Вот. Она вот такая вот. Она просто шоколадная. Без ничего. Просто шоколадом. Как будто какао и шоколад. Если вы переболеете, остковидный синдром на год может лишить вас вкуса и запаха любимых блюд. Теперь у нас вот такая конфета вот. С листочками. Сейчас прочитаю ее название. Батончик. Это не название. Ореховая роща. Давайте ее пробовать. Вот, она вот такая вот. Тоже без ничего. Она вкусная. У нее есть орехи. Вот. Она очень вкусная. Покупайте в магазине «Магнит». Это не реклама. Реально, покупайте такие конфеты в магазине «Магнит». Я ее сейчас съесть хочу, она вкусная. У меня «Форт Боярд» играет. Нечего смотреть. Я себе «Форт Боярд» включила. Вот, посмотрите со мной. Я у бабушки с моей в гостях. Она вкусная. Ты попробуй. Следующая конфета. Вот такая вот. Дыня-арбуз. Ой, долго читаю. Давайте просто попробуем ее. Я еще таких не пробовала, реально. Это очень невкусно. Очень невкусно. Ой, фу. Это вкус дыни, в которую добавили арбуз. Как будто добавили арбуз в дыню. Это очень вкусно. Там же начинка какой-то крем. Ну, я начинку не расплываю. Следующая конфета. Вот такая вот. Давайте пробуем. Так. Она выглядит вот так. Она вкусная. Привкус немного есть желе. Следующая конфета, наверное, с апельсином будет просто такая. Следующая часть — это другие вкусы. А, нет, ребят, это карамельная. А. Она вкусная. Не знала, что такие простенькие конфетки бывают вкусными.
Она вкусная, очень вкусная. Мадемуазель Моник снова прозвучал, а это значит, первый этап завершен. Следующая конфета. Такая вот. Можно получить только в одном месте. Сейчас подожду, скажу вам название. Паспорту! Ой, я про себя. Зал теней – это место, где леденеет душа и зубы. Крокант, вот, прочитайте сами. Каждая команда мечтает обойти его стороной, но пока... Давайте попробуем ее. Каков это не давалось. И сейчас туда войдут 5 участников. Твердая. Но сколько выйдет, большая загадка. Ну, дверь такая. Как и все, что там происходит. Тут немного, а тут у меня, конечно, немного. Тут орехи есть, ореховая паста и шоколад сверху. Она вкусная. Только зубы сломать. И чтобы их получить, вам придется крупно рисковать. Вот, посмотрите, браво. Как же вы войдете вот в эту дверь? Форт Боярд. Появится ключ. Вот вернетесь ли вы? Зависит от того, как вы сыграете с мастером теней. У меня осталось 2 конфеты. И это будет вот такая вот конфета с лаймом. Алексей, да. Хорошо, ты иди. Чё? Сейчас, подождите. Открою ее. О, она реально с лаймом, наверное. Вы видите, зеленая. Ой, цепля. Пока на вкус она не... Чем не... Пока на вкус ни с чем. Вкус ни с чем. О, вот немного почувствовала лайм. Тут немножко кисленький есть. Это как будто конфета лайм. Реально, вкус лайма. Она вкусная. Смотрите, брал в Форт Боярд. Телевизор нарисовал.